Олег! 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 Олег, не видели, ребят? Олег, не видели? Олег, не видели? Олег, не видел, а? Нет? Так, не видел, Олег? Там наверху! Внимание! Сейчас начинаем! Готовы? Прекрасно! Так, балет, прошу, скорее, скорее, скорее! Внимание! Начинаем! Три клоуна веселых стояли на часах. Над ними желтый шарик, желтый шарик, желтый шарик. И сел на небесах, и сел на небесах. Смотрите, это солнце один рукой повел. Другой воскликнул: шайба! А третий крикнул, а третий крикнул, а третий крикнул. А кто-то на лужайке, на лужайке, на лужайке, на лужайке резвился по весне, резвился по весне. Один сказал: теленок из дерева клык. Другой воскликнул: сальто! А третий крикнул, а третий крикнул. Thank you.
Thank you.
Нет, на белом свете жил да был один чудак. Просыпался на рассвете, подымался на ракете и кружился над землею, разгоняя пыль и мрак. И при этом, каждый раз напевал шутя при этом под звездный перепляс. Да будет свет, да будет день, да не родится грусти тень, да пробудится человек и улыбнется. Пускай под музыку грачей букет оранжевых лучей нам дарит май, веселый май, да май и солнце. Да будет свет, да будет день, 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 да не родится грусть и тень, да пробудится утро человек и улыбнется. Пускай под музыку грачей чей-чей букет оранжевых лучей нам дарит май, веселый май, 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 май и солнце. Говорят, под небом нашим есть большой и круглый дом. Там на проволоке пляшут, там ни лев, ни волк, ни страшен. Там летают и ныряют, удивляя удальством. И при этом, там и тут, там и тут, кувыркаясь и жонглируя, при этом все поют. Да будет цирк, да будет смех, да будет празднично для всех, да выйдет клоун на манеж и улыбнется. Пускай под музыку и без букет улыбок и чудес нам дарит цирк, веселый цирк, да цирк и солнце. Девчата в зеркалах, чтоб цветами сквер украшен, чтоб и воздух благодать, чтоб с других планет на нашу прилетали, прилетали отдыхать. Следим, чтоб даже волку другом был и лес, и дол. И чтоб бутылочным осколком заяц лап не наколол. Мы земное охранение, и землей не зря горды. Не допустим загрязнения окружающей среды. Thank you.
кажется, здесь мы еще не были. Не были! Потрясающе! Потрясающе! Ольга, ну я прошу тебя, ну успокойся, Ольга. Ну это же цирк. Вот именно, цирк. Что натворили, а? И все молчат. Оля! Оля! Это же свои. Слон? Где настоящий? Ушел. Замороженным. Дорогие зрители, вы что-нибудь понимаете? Я тоже. Спасибо, я тоже ничего не понимаю. Но, несмотря ни на что, представление продолжается. Стихи! Впервые на арене для школьников Москвы ученые тюлени, танцующие львы. Идет как телеграмма. Да, Маша, ну-ка, пойди сюда.
Ты, наверное, отличник, да? Молодец. Продолжай. Жонглеры медвежата, собаки акробаты. Как это никого нет? Вы что, разыгрываете, что ли, меня? Вы будете жонглировать, что ли? Или вы фокусы показывать? Может, мне на роликах выехать? Где факир? Я прошу прощения. Я знаю выход ваш позже, но у нас, понимаете, переменились обстоятельства, и я хотел попросить вас... А? Извините. Хотел бы я знать, что будет дальше. Не может, я останавливаю представление. Thank you.
Составим протокол. Который час? Сейчас мой выход. Ребятушки, подбросьте в цирк. Все это хорошо, ребята. Но, к сожалению, наше представление продолжается. Ходит в нашем городе очень грустный слон. Ходят слухи в городе, что большой сластен, а он большой, большой, смешной, смешной. Он зашел в гастроном за едой. Мне пломбира 300 порций. Продавец в ответ смеется. Ах, милый слон, ах, милый слон, уходи, уходи домой. Уходи, уходи, малыш. Мы слонов не обслуживаем. Ходит в нашем городе очень грустный слон. Ходят слухи в городе, что мультфильмы любит он. Большой, смешной. Он хотел посмотреть фильм цветной, но ребята в кинозале очень вежливо сказали: ах, милый слон, уходи, уходи домой. Когда из города грустный слон исчез, может быть, из гордости он уехал ночью в лес. Вернись опять, мы не будем тебя обижать. Ждут ребята в нашем доме, и в кино, и в гастрономе. Ах, милый слон, ах, милый слон. Поймите, она у меня одна. Оля, ну, в том смысле, что мы приехали-то вместе, а остался я один. И это как-то некрасиво получается. Нет, может, я что-то не понимаю, так вы мне объясните, что это за фокус? Потому как... Нет, ну, если разобраться... Да. А Оли вашей нет. То есть она есть, конечно, но ее не видно. Фокус. Фокус это фокус. Ага,
Цирк, да? Да. Да, а когда кончится этот фокус? Скоро, скоро. А вы пока идите на свое место. А Оля ваша появится, появится. Вот, вот, вот. Что это все означает? Ну, к выходу я успею. Пустите, пожалуйста. Сегодня приема нет. Ну, мне очень нужно. Сегодня приема нет. Ну, я вас прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему не все в халатах? Прошу побыстрее, не задерживайтесь. Итак, практические занятия по курсу «Музыкальная терапия». Другими словами, нам предстоит сегодня убедиться, как благотворно влияет музыка на состояние здоровья наших пациентов. Сегодняшней лекции травматология дорожных происшествий. Перед вами типичный случай. Скорость 120, вынос на вираже, кювет, столб и, соответственно, сумм. Что означает? Каждому свое. Перевязать. Второй типичный случай. 150 километров. Граммов. Проезд на красный свет, встреча с трамваем, ну, естественно, дум, спиро, сперо, что означает? Пока дышу, надеюсь, перевязать. Почему в одежде? Вы откуда? Из машины. Авария! Лежите спокойно. Ну-с, что вы скажете? Третий типичный случай. Лихачество на автомобиле, выезд на тротуар, встреча с физкультурой, перевязать. Ой, я совершенно здоров. Лежите спокойно. Мне же нужно в цирк. Бредит. Обычное состояние при сильных ушибах. Приступайте. Ой! Отлично. Следуем дальше. Не шевелитесь. Спокойно. Едем в цирк. Давай.
товарищ Олег Попов. Я так люблю цирк, возьмите и меня с собой. И меня. Нас возьмите тоже. Вас в цирк нельзя брать. Цирк любит порядок, а вы ха, нарушители. Тогда возьмите над нами шефство. Культурное. Ну что ж, тогда повторяйте. Правила движения для вас, не для кого-то. Садись за руль, пожалуйста, и мчи, давай, давай. Но будь поосторожнее на поворотах. И не уверен, и если не уверен, то не обгоняй. Но будь поосторожнее на поворотах. И не уверен, не обгоняй. Правила движения, напутствие в дорогу. Собрался в путь, любезен будь, соображай. Когда горит зеленый свет, спокойно трогай. Увидишь красный, а если видишь красный свет, то не выезжай. Когда горит зеленый свет, спокойно трогай. Увидишь красный, не выезжай. Правила движения читай на сон грядущий, проглатывая завтрак и вскочи в трамвай. И хоть рули вокруг земли за днем бегущим, но только правил, прекрасных мудрых правил, ты не нарушай. И хоть рули вокруг земли за днем бегущим, но только правил, не нарушай. И хоть рули вокруг земли за днем бегущим, но только правил, прекрасных мудрых правил, и не нарушай. Не нарушай. Не нарушай. Для первого раза неплохо. И помните, Mensana Incorpore Sana. Что означает? Что все это означает? В здоровом теле здоровый дух. Магии, летающий сундук. Желающих прокатиться, прошу на манеж. Может быть, вы желаете? Нет, я, конечно, могу и в сундук. Только что же это получается? Одним веселье, а другим волнение. И этот свой. Ну ладно, хватит фокусов. Я желаю. Только я не свой. Может, мне нельзя? Нет, пожалуйста, 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 прошу. И прошу. Thank you.
говорил. Все свои. Питер. Мне не нужно. А кого? Его? Конечно, только его. Ну где он? Летит. С мгновения на мгновение он будет здесь. Внимание! Выпускаю шасси. Это он! Как ты меня узнал? А я по телевизору будильник смотрю. И я тебя узнал. Ты маленький принц. А ты как меня узнал? А я детские книжки люблю читать. Ну, как тебе живется на новой планете? И не говори, сам видишь. Здравствуйте, Олег Попов. Разрешите с вами познакомиться. Принцесса Агнеса. Почему принцесса? Их же две.
две, а по штату-то одна. Как он переменился! Вы видели? Браво Олегу Попову! Так вот ты, оказывается, какой. Ты совершил невозможное. Проси, чего хочешь. Уважаемая дева, понимаете, меня ждут в цирке. Я убедительно прошу отправить меня на землю. На землю? Тебе у нас не нравится? Тебя ждет поклонение. Триумф. Хочешь, я тебя золочу. Я подарю тебе самое драгоценное. Свою любовь. Любовь? Но я уже... Все, что было на земле, не считается. Браки заключаются на небесах. Уважаемая дева, я очень люблю цирк. Как божественно ты говоришь, я люблю. Сотни самых красивых мужчин мира делали мне предложение. Вот они. Вот они, полюбуйся. Всем я им сказала, я подумаю. А тебе говорю, согласна. Но я ничего не предлагал. В моем созвездии ты будешь звездой первой величины. Спокойно 10 000 лет, без огорчений, без тоски, без шума. И вдруг конец, и вдруг конец, и вдруг конец, покоя больше нет, больше нет. Больше нет покоя мне. Кто мой покой, мой сон посмел украсть? Кто в жизнь ворвался без предупреждения и превратил весь мир в любовь и страсть? Превратил весь мой мир в любовь и страсть.
О, любезная дева, ты прекрасна, как твое созвездие. Но мой гороскоп сказал мне совершенно другое. Я люблю цирк. Ну что вы смотрите? В башню его. Не унывай, малыш, лучше помоги мне. Чем я могу тебе помочь? Луч, солнечный луч. Лови! Ну, малыш, спасибо тебе. Мне пора. Не покидай меня, Олег Попов! Не покидай меня. Мне так грустно. Всегда. Может быть, потому, что у меня нет друга. А хочешь, полетим вместе? Ты берешь меня с собой? Полетели! Это принцесса Агнеса. Чего ты? Что случилось? Я хочу с вами. Этого еще не хватало. Ну как ты полетишь с нами? Тебя ведь дверь. А может быть возьмем, а? Все-таки... веселее будет. Возьмем. Что же делать? Прибегнем к чудесам. Дорогие друзья, мы все знаем, с каким нетерпением вы ждете нашего дорогого Олега Попова. Без него и праздник не праздник. Но, к сожалению, должен вам сообщить, что наше представление продолжается.
продолжается. Говорят, под небом нашим есть большой и круглый дом. Там на проволоке пляшут, там ни лев, ни волк не страшен. Там летают и ныряют, удивляя удальством. И при этом, там и тут, там и тут, кувыркаясь и жонглируя, при этом все поют. Да будет цирк, да будет смех, да будет сто чудес для всех. Да выйдет клоун на манеж и улыбнется, пускай под музыку и без. Букет улыбок и чудес вам дарит цирк, веселый цирк.
сам.